Всем привет! Сейчас я покажу одну маленькую программку, но она очень полезная. И как на Nokia 5800, так и на Nokia 5530 она есть. Это фонарик Bright Light. И так, что она из себя представляет. Вот мы видим здесь интерфейс простой. Включить и выключить фонарик или выйти. Вот мы его включаем. И подсветка, видите, срабатывает диодная, которая работает у нас как вспышка. Это что касается Nokia 5800. На 5530 тоже эта программка есть. Вот она включается, и как вы видите, тоже светит. И хотя здесь один светодиод, а не два, тоже достаточно видно все хорошо. Программа очень полезна, вон, в подъезд там войти, я не знаю, там пробки отключили, телефон всегда с вами. Это гораздо ярче, чем пользоваться подсветкой экрана, можно все найти. И эту программу можно найти в том числе и на просторах AV Store. Она бесплатная. Ну, думаю, на этом все. Всем пока.